Так, Киев, ДТП с пострадавшими, коровая выдача, столкнулись эвакуаторы, автомобиль Шкода, при этом ящик упал прямо на капот автомобиля Шкода, к счастью, люди не получили тяжелых травм. Другой факт, то, что да. Он говорят, что двинулся на зеленый. Ящик водрузили на место. Киев, 15 сентября 2017 года, Караваева дача, ДТП с пострадавшими, столкнулись эвакуаторы, автомобиль Шкода. Предварительно эвакуатор поворачивал налево на Кардачах на улицу Уманскую под запрещающий знак, и Шкода двигалась прямо с Севастопольской площади в направлении индустриального путепровода. Легкие травмы получили участники, на месте работали две бригады скорой, оказали помощь, к счастью, госпитализация не потребовалась, и дальше уже патрульная полиция, суд будут определять степень вины участников ДТП. По словам водителя автомобиля Шкода, водитель эвакуатора грубо нарушил, повернул налево, по словам водителя эвакуатора, Шкода якобы выехала на перекресток на красный сигнал. Ну и видеозаписи сейчас участники будут искать, будут выяснять степень вины.